Добрый день, меня зовут Дворникова Анна. Я являюсь управляющим партнером инвестиционного фонда Tech Ventures. Фонд занимается тем, что инвестирует в компании на самой ранней стадии развития. Наш интерес – это ребята, которые приезжают со всего мира в Силиконовую долину и основывают здесь свои компании. Все компании, в которые мы инвестируем, мы очень ими горим, и нам очень нравятся основатели, команда, нам очень нравится идея, и мы всячески помогаем, потому что роль инвестора – это не только вложить деньги, но роль инвестора – это также помочь компании подняться на следующий уровень развития. Это наша задача, как инвесторов, на ранней стадии инвестиций, это привести компанию к инвестору раунда A, и, так сказать, чтобы этот инвестор вложился в эту компанию, да, соответственно, должны быть соблюдены какие-то так называемые milestones или пороги, которые компания должна преодолеть и достичь каких-то результатов. Соответственно, мы им помогаем и с контактами, и с идеями, и с позиционированием, и со стратегией. С момента основания компании, после получения первого уровня финансирования, по прошествии, скажем, года или полутора лет, должны произойти существенные изменения. То есть, если продукта не было, он должен быть. Если не было покупателей, значит, они должны появиться. Должен быть определенный их рост. Очень много мелких и крупных вопросов, которые должны быть разрешены. И далее, соответственно, это должны быть правильно оформленные бумаги, документы и инвестиции на предыдущей стадии. Почему я об этом говорю? Потому что я вижу очень много российских стартапов, которые приезжают в долину с намерением получить инвестиции здесь. Но дальше выясняется, что они уже отдали 70% своей компании российскому инвестору за, например, там, $200 000. И, соответственно, у них уже нет никаких абсолютно шансов получить здесь деньги, какая бы великолепная идея у них ни была. Мы поняли, что, возможно, это не проблема компании, потому что предприниматель, который приходит к инвестору, он, возможно, мало что понимает в инвестициях. Это проблема инвестора, что инвестор не понимает, что он, по сути, убивает компанию, что тем, что он берет 70% у компании за небольшую сумму денег, у компании нет шанса, и у инвестора тоже нет шанса сделать эту компанию успешной, потому что, по сути, это конец. Понимаете, не имеет смысла начинать компанию в какой-то популярной области или в какой-то популярной индустрии, потому что если это не то, чем вы живете 24 часа в сутки, то, наверное, просто даже не стоит этим заниматься. С другой стороны, если у вас есть какая-то идея, которая вам кажется важной для человечества, которая что-то улучшит, что-то изменит, и вы ей живете, и вот это то, с чем вы просыпаетесь и с чем вы ложитесь спать, мой вам совет – начинайте и делайте. И, скорее всего, неважно в какой-то индустрии, но вы будете успешны. План Б на сайте rbk.ru.